Население Москвы. Я обращаюсь к гражданам Украины. Германия не желала войны. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это попытка прекратить эту войну. Германская армия не является врагом народа. Мы не воюем с народом Украины. Она борется лишь против коммунистической анархии. Мы боремся с неонацистами. И против преступников, сидящих в Кремле. Шайки наркоманов и неонацистов, которые засели в Киеве. Ваши жидовско-коммунистические правители вызвали войну. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине. Они же заставляли красных летчиков бомбардировать беззащитные столицы Финляндии и Румынии, Гельсингфорс и Букарешт. Киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты на Донецк, на Донбасс, на Луганск. Гитлер приказал своим вооруженным силам дать немедленный ответ. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. На дерзкие налеты красных бомбардировщиков. Неонацистов и карателей. Вам приходится теперь страдать из-за преступной